Всем привет! Вы на канале Funny Games for You. И у нас сегодня игра 12 замков, пластилиновая комната, друзья. Игра довольно старая, но я лично в нее ни разу не играла. И я. И ты тоже? Да. Давайте попробуем сегодня в нее поиграть. Вперед, посмотрим вообще, что это такое. Привет, меня зовут Пластилиновый Чудик. Привет, Чудик! Нас зовут Funny Games for You. Мы сегодня с тобой поиграем. Что-то происходит в моем животике, боже мой. Он что-то хочет мне сказать. Ты странный, Чудик. Не знаю, что он тебе хочет сказать. Мне кажется, нужно в туалет. Неожиданно. Это была плохая идея, запереть дверь на все замки. Зачем ты вообще ее запер на замок? Что ты там прячешь? Да пластилин, он всегда такой глупенький. Так, понятно. А это что? Пульт. Пригодится в будущем. Нет, не так? А, надо открыть все замки, что ли? О, так, ладно, давайте посмотрим. Чашка. Кот. О, неплохая была идейка. Так, это что такое? Какие-то заплатки, понятно. Что, ключом, наверное, можно что-то открыть? Нет, нельзя. Почему? Да, зачем еще нужен... А, что-то открыли мы. Понятно, надо собрать ключи. А зачем нам чашка? Может, ее можно разбить? Да нет. Подождите, давайте посмотрим. Это кто? Это профессор Чудаков. Эйнштейн. Так, сердечко. Так, кружку. Давай нарыть? Да. О! Кружку, может быть, нет? Что там такое? Открывайте. Колбаса. Там так, ладно. О, вот, смотри, тут еще ключ. Надо. И чего надо? Надо, давайте. Откроем? Нет, не откроем. Что-то открывается. Так, это что? Ножницы. Ножницы. Так. А ножницами можно? Нельзя. Понятно. Так. Какой-то ключ открывает, наверное, какой-то... У нас время хоть есть, или он может подождать, собственно? Да. Он может подождать, он не против. Так, и что? Ничего не открывается, ребят. Давайте... Что это? Синий... Радуга, что ли? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Там... Радуга. Там каждый охотник... Нет? Я неправильно, может быть, дело? Желает знать... Так, где... Сидит фазан. Нет, не получилось? А, получилось, да, что-то? Не знаю, получилось, нет? Что-то получилось, наверное. Я не знаю, как было до этого. Так, еще ключик, отлично. Угу, понятно, переложить сюда, ясно. Если честно, я ничего не понял. Вообще, подожди, вообще надо... Я не так делаю, да? Я вижу один подозрительный кружок. Так, еще ключик. Так, ну понятно, в общем, мы проходим такие головоломки. Это что такое? И получаем за это ключи. Этими ключами мы должны открыть эту дверь. Ну, все понятно. Так, ключ красный подойдет к красному? Да. Синий, по идее, к синему. Подойдет. Подошел. Так, больше у нас пока ничего. Вообще, мы всю комнату даже не посмотрели. А, вокруг мы, получается. Может, ножницами подушку? Да. Нет, просто подушку. 9, 4, 2, 7. Это, видимо, один из кодовых замков. Давайте попробуем. Надеюсь, ты запомнила. 9, 4, 2, 7. Получилось, так? Еще один есть вот такой же, да, замок? Здесь не получается. Это что? Мандаринки. Мандаринки. Надеюсь, их можно съесть. А это что? 1, 5, 9? Это пароль, наверное. 1, 5, 3, 8, 5, 2. О, нет, я думала, это здесь. А, вот это такая игра. Я в нее не сильна, честно говоря, друзья. Я тоже не силен. Это постоянно... Ну, часа на два, в общем. Мы потом включимся, когда пройдем. Да. Нет, все нормально. Нам не так пришлось. Что было-то? А, вот нам ключ дали. Эти что, ребят, делают? Прыгают? Все?
3. 1, 5, 3, 8, 5. Миллион. Так, это мы уже видели. Это мы делали. По батареям стучали. Этот как достать? А что у нас есть? Кружка. Это что? Открывашка. Это что? Кружку, может, сюда, не? Что все закрыто-то, эй? А почему он просто не взял и выбил дверь? Сердечко. Ну, вообще, наверное, не знаю. Может, она ему понадобится потом. А, это что? А, 1, 5. Нет, это пятнашки, что ли? О, ребят, это надолго. Пятнашки это вообще не мое, скажу я вам серьезно. Наверное, мы будем это проходить, ну, лет 300. 300, да, не меньше. Может, и побольше, да. В общем, как только мы пройдем, мы вернемся, друзья. Так, ну что, вроде получается, да, 14-15, кое-как. Ну, конечно, не 3 часа, но какое-то время это заняло, друзья. Пятнашки это не мое. Я думала, этим тоже, наверное, можно что-то открыть. Так, давайте, наверное, ключики возьмем. Так, желтый не подходит. Как не подходит? Смотри. Красный, желтый. Красный. Так, подожди, не получилось ничего. Почему? Вот это же радуга, да? А нам что-то отсюда выпало, нет? Красный. Выпало? А почему мы ничего не открыли? Нет! Чё? 3 месяца работы! Не, все нормально. Не переживай. Этим нельзя открыть. Это что такое? Нельзя. А может быть, ножницы? Да я вроде пробовала, не получилось мне ничего. Ты тут что еще сидишь? Мишка. Так, а телевизор? Мишка подозрительный. А, вот, точно. Ну-ка. Да. А здесь чего? А, 1, 5, 9, может это, нет? 1, 5, 3, там что-то было. А, это ноты. 8, 5, 6, 3. И какого-то почему-то они подозрительного цвета тут вешалки. Так, ладно, 8, 5, 6, 3. Давайте. 8, 5, 6, 3. Готово. Так, один сняли. Этот, видимо, розовый тоже. Ломиком ничего. А, ломиком вот это мы убираем, понятно. А что с сердечко? Нет? Я думала, сердечко тут зачем-то надо, нет? Так, у нас остается сколько? 5, да, получается? Я что-то не знаю. 5? Да я сочетаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Нет, столько у нас не осталось, неправда. Так, подождите, вот это... А, ну да! 1, 5, черное, 3, 8, 5, 2. Так, 1, 5, 3, черное, 8, 5, 2. Готово. Типа это такая награда? Типа да. Типа да. Так, зеленый мы открываем. Угу. Так, 3, 4, да? 4. Это мы открывали. Этот что нам язык показывает? На. На тебе апельсин. Нет, не хочет. Ну и не надо. Так, а здесь... Почему-то они немножко раз. А, соковыжималка есть, да? Да, да. Все, да. Все надо засунуть? Нет? Соковыжималка. Готово. А, вот этот как-то надо достать. Ну-ка, а это что такое-то? Не открывашка случайно. Так, кружку нельзя сюда поставить? Нет. А почему он просто не может взять и сломать эту бутылку, а? Сломать? Может, разбить ее надо чем-то? Здесь тоже вообще ничего не открывается. Ну что это такое? Ой! Чё?
Это банки? Их надо открывать? Обязательно все, вот я не понимаю. Угу. А, я знаю, кружку надо в этой налить здесь, наверное. Сейчас посмотрим. Ну-ка. Точно. А, и вот теперь сюда вылить. Да, точно, точно выливаем. Она поднимется тогда. Все, понятно. Я не то, что думал, что буду играть в эту игру. Ну и то, что я... Наверное, мы пройдем. Да, ты сомневался, что мы пройдем. Не, ну все, ничего не так плохо, я думаю, друзья. Нам остается вот что-то придумать. Вот это не ключ вообще? Нет. Что-то придумать вот с этой штукой. Может, ты так сломаешь, а? Нет. Еще открывать надо. Да. А у тебя нету половины отмычки там? Ну да, последний замочек мог бы и сам открыть. А что тут сердечко дает? Ничего. Просто пасхал. А, наверное, эту радугу надо. А, подожди, вынуть. Наверное, мы не все сделали. Ну, конечно! Изи! Мы не нажали там кое-чего. Ну. Так, и чё? Не хочешь? Даже не видно. Может, мы не так цвета распределили? Подожди. Что ты сделал? Я шарлатан! Шарлатан? Я не поняла, как ты это сделал. Ну, ладно, мы прошли, друзья. Вот так-то. Да. Давай, иди, дружок. Мы не будем подглядывать. Вот мы открыли заветную дверь. Да, тебе повезло, парень. Чудик. За дверью еще долго оставались странные звуки. Ну, конечно, живот у человека болит. Спасибо за то, что играл. Это заняло у тебя примерно 15 минут. А, это конец, да? Да. Пластилиновая комната и все. Мы думали, там будет еще чего-то. Получается, это один уровень. Ну что ж, друзья, мы прошли, получается. Где-то за 15 минут нам сказали, что мы прошли. Было прикольно, было довольно интересно. Вот и так. Смешно. И смешно. Особенно будут такие вау. Кому тоже понравилось, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока!